Ко мне можно отсюда площадку держать. Любит сдавать. Там контакт. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Добил? Приближается вражеский солдат. О, я буду тебя тут убивать тогда. Слушай, жду, нужно из укрепления быть. Вражеский солдат. Наверное, гости зайдут. Один, да? Да, один уже заходил. Один на первом этаже. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Нет, я на реловле. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Он? Так. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Молодец. Если что, тут я пластину положил сзади тебя. Так. На первом этаже. Ты угрохал? Пластину возьми. Ну, отлично. Найди и захвати деньги. Вражеский боевой вертолет с деньгами. Бейте его. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Противники в том районе! Вон на крыше был. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Противники в том районе. Сейчас. Пусть проходит. Я смотри, там. Где ты держи тогда? Ой, да. Держи его. Съебался уже.
Там еще один. Я на релоде. Там было 4 человека. Иду. Иду. Трое, минимум. Тут 4 тела лежит. И пулемет нормально справился. Драгунов какой-то. Приближается вражеский солдат. Как минимум, это было весело. Че, тебе опыт дали? У нас один тайник, зато по 10 убийств. Шикарно было. Контракты мародер выполнить. Контракты мародер выполнять. Ну то есть вот этот ручной забег. Ну давай попробуем. Я не против. Так, а нет, подожди, отставить и сейчас я столб меняю маленько. Ты вроде кидал уже. Ты ж вроде кидал уже. А какую ты сейчас кидал? Зачем? Просто как бы, по-моему, не в той ситуации мы были, чтобы там не думить еще. Так, конечно, им страшно было. Два чувака такие сидят.